Да, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, куда я попал? А куда вы звонили? Я звонил в Следственный комитет Российской Федерации. Управление. Какому следователю звонить? Мне нужно... Значит, сейчас скажу. Мне нужно второе следственное отдел Вы никуда первого позвонили, управления. звоните, ищите на сайте второе. А куда, пожалуйста? Можете дать Первое телефон, управление пожалуйста? позвонили. Ага, дайте телефон, пожалуйста. Алло. Здравствуйте. В настоящее время мы не можем вам ответить. Не берут трубку. Следственное управление. Алло, здравствуйте. Алло. А вы какое следственное управление? Первое? Мы главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве. Угу. А не подскажете, мне нужен следователь Гилев? У меня нет информации по следователям, я справочная по обращениям граждан. Угу. А, скажите, пожалуйста, вот если вы справочная, уж куда мне вот нужно обратиться? У меня вот знакомого хотели убить, я бы хотел подать сообщение о преступлении. Ну, можете через полицию, можете через телефон доверия передать. Ага. А через вас это нельзя сделать? Нет. По Я телефону понял. Мы заявление не принимаем. Я просто мусорам уже подавал несколько раз, и они что-то вот ничего не делают. Вот что мне, как подскажете поступить? В прокуратуру обжаловать их решение, если не согласны. Можете нам заявление написать. Угу. Я понял. Просто вот что-то не знаю, вот что с ними делать. У них буквально просто я прям подозреваемого указывал адрес, и он вот напротив отделения полиции буквально живет, а они ничего с этим не делают и вот игнорируют буквально меня. Вот я сейчас звонил в первое следственное управление Следственного комитета, и там я только начал говорить, и меня скинули, и больше не берут трубку. Скажите, пожалуйста, это вот как вот с этим поступать? Тоже можете написать жалобу о том, что так поступают. А, то есть, сколько мне ждать? Вот жалобу я напишу, допустим, сколько мне ждать, пока они перестанут так поступать? Как исполнитель, через полицию решайте вопрос. Пишите заявление, обращайтесь письменно. Я какие-либо разъяснения по телефону давать не вправе. Так вы же справочная. Я справочно по обращениям граждан. Если вы подавали заявление, я могу посмотреть в электронной базе, когда оно зарегистрировано и каким числом. Вот какая я справочная. По обращениям граждан. А, понятно. Которые уже понятно. Подали нам заявление. Ну, то есть, получается, у нас правоохранительные органы, я так понимаю, не работают, поскольку там можно обжаловать их действия бесконечно, ведь так? Я никакие вопросы вам отвечать не буду. Обращайтесь письменно. До свидания. Ага. Вы мне хоть скажите... Я вас слушаю. Алло, здравствуйте. Да, представьте, пожалуйста. Я вас слушаю, Павел Владимирович. А могу я вам оставить сообщение о преступлении? Если оно относится к компетенции Следственного комитета, я вас слушаю. Да, конечно, в соответствии с 151 УПК оно относится к компетенции Следственного комитета. Тут даже будет, наверное, несколько сообщений. Ну, и вопрос в том, что он все-таки не заявление о преступлении, а сообщение, обращение. Потому что по указанной линии, соответственно... Фиксирую сообщение обращения. Если вы хотите именно подать заявление о преступлении, вам необходимо явиться в территориальный следственный отдел. А если у меня вы нет возможности этого понимаете сделать? Понимаете это, а? А если у меня нет возможности этого сделать? Ну, в соответствии с уголовным процессуальным законодательством, заявление о преступлении подается заявителем лично, прибывшим в следственный орган, с паспортом, удостоверяющим еще личность, соответственно, гражданин принимается следователем, либо дежурным следователем, либо руководителем следственного отдела. Принимается, соответственно, сообщение о преступлении, регистрируется в книге сообщения о преступлении, заявителю выдается талон уведомления. То есть, если вы у заявителя нет рук, разницу, ног и паспорта, а? Если, то есть, если что? У заявителя нет рук, ног и паспорта, то никакие права его не будут восстановлены, так? Павел Владимирович, значит, я вам порядок разъяснил. Вас, если ваше сейчас сообщение будет относиться к компетенции Следственного комитета, оно будет принято, но не как сообщение о преступлении, соответственно. Потому что порядок сообщения о преступлении я вам назвал. Я вас слушаю. Какой вопрос у вас? Так, ну у меня, в принципе, сообщение о преступлении, как я до этого сказал, просто вы меня ввели в заблуждение. Я вас слушаю. Да, в соответствии с статьей 143 УПК и 144 тоже данный порядок не предусмотрен, а предусмотрен любой
порядок сообщения в следственный орган, имеющим право возбудить уголовное дело о преступлении, в том числе по телефону, в устной форме, в письменной форме и в любой форме. А так, по вашим словам, получается, что если у меня нет рук, ног и паспорта, то никаких прав у меня, получается, нет. Так? Павел Владимирович, я вам сказал, вы можете соглашаться, можете не соглашаться. Об этом дискутировать нет смысла. Я слушаю ваш вопрос. Хорошо, разъясните мне, пожалуйста, порядок обжалования ваших действий. Вы можете обратиться, соответственно, в письменном виде, на сайте, если вам удобно, сайт Следственного комитета России, в сети интернет следком.ру. Можете направить почтовое отправление. Любым способом, пожалуйста. Да, дело в том, что вы меня, наверное, не поняли. Я имел в виду порядок обжалования. В порядке КАС, в порядке 124 статьи УПК, в порядке 125 статьи УПК. В каком порядке мне можно обжаловать ваши действия? Павел Владимирович. Да. Значит, еще раз. Вот вы позвонили для чего? Все-таки... Чтобы подать сообщение о преступлении, правда? Ну, я слушаю вас, я слушаю. Давайте поговорим о том, да, о чем вы хотели я позвонить. Понимаю, если тяжело. Вы просто странную тактику выбираете, ну... Да, я понимаю, тяжело просто. Какие-то дополнительные вопросы возникают по ходу, как говорится, да? У меня есть сообщение о преступлении, то есть части 3, статьи 30, статьи 105, части 2 Уголовного кодекса России, то есть покушение на убийство. Секунду. Да. Пожалуйста, вы скажите, что случилось? Оперируйте статьями, пока нет необходимости. Что, где, когда и так далее, с кем? Я так и понял, что смысла нет. А, смотрите, собственно, 19 августа 2020 года преступная группа сотрудников ФСБ России под руководством генерала Федеральной службы безопасности Богданова, а также президента Российской Федерации Путина, руководствуясь общим преступным умыслом на причинение смерти российскому политику Алексею Навальному, совершили его отравление боевым химическим оружием группы «Новичок». Я вас слушаю. Вы записываете? Ведется запись разговора, я об этом вам сразу сказал. Угу. Просто мне как диктовать, медленно? Или... Нет, у вас какое-то подготовленное сообщение, все диктовать не надо. Значит, ведется запись разговора. При необходимости запись будет просто прослушана. Я вам порядок, значит, как раз-таки предусматривающий регистрацию книги сообщения о преступлениях, рассказал. Для этого необходимо явиться в Следственный комитет, территориальный следственный отдел. В принципе, в любой ближайший к вам сообщение будет, если установлено территориально, передано по территориальности. Значит, у меня ног нет, и как я явлюсь? Вы можете, соответственно, чтобы ваш представитель подал указанное сообщение, если у вас такая проблема. Адвокат, представитель, опекун, то есть любое лицо. То есть просто позвонить в Следственный комитет? Павел Владимирович, еще раз, вот смотрите. Значит, да. Сообщение преступления принимается следователем, руководителем следственного органа. Вы звоните по телефонной линии доверия. Угу. То есть, как вы говорите, передать устное сообщение? Да, устно можно. Ну, то есть, заявитель, соответственно, устно говорит, когда он не может там что-то либо написать в силу причин, которые вы назвали, да? В таком случае, да, указано, составляется протокол следователем, который его фиксирует, соответственно, угу. Дает ознакомление. Также при, соответственно, подаче заявления о преступлении лицо его подающее предупреждается, соответственно, об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. В чем, опять же, делается отметка. По указанной телефонной линии, поймите, сделать это невозможно. Поэтому еще раз вы должны понять разницу обращения по телефонной линии и все-таки, как вы хотите, скажем так, сделать сообщение о преступлении. Поймите, по телефонной линии выдать вам талон уведомления невозможно, как вы понимаете. Так он мне не нужен же. Ну, еще раз, вот порядок вы понимаете, разницу, которую я вам объяснил? Так а получается, в каком порядке вы тогда принимаете мое сообщение? В порядке федерального закона о порядке рассмотрения обращений граждан 59-го. 59-го, я понял, хорошо. Ну хорошо, ничего страшного, мне просто нужно...
принципе, оно должно быть предусмотрено в другом порядке, но я думаю, я, если оно будет рассмотрено в порядке 59-го закона, так как я вам сообщил то, что я вам сообщаю о преступлении, то есть оно должно быть рассмотрено в порядке 144-145 УПК. Поэтому, если вы рассмотрите это в ином порядке, то, соответственно, я буду данное действие обжаловать в порядке Кодекса административного судопроизводства, либо 125-й статьи Уголовно-процессуального кодекса России. Ну что ж, дальше диктовать мне, да, мое обращение, да, сообщение пожалуйста. О преступлении. Собственно, после этого, после попытки убийства, международными журналистами расследователями была проведена проверка и расследование обстоятельств данного дела, где были установлены участники и непосредственно исполнители данного покушения на убийство, среди которых была выделена группа сотрудников ФСБ России. Один из них, по фамилии Кудрявцев, проживающий на Суздальской улице в районе Нового Косино в Москве, попал в поле зрения журналистов и общественных деятелей, в том числе Любови Соболь, которая 21.12.2020 года пришла к нему в подъезд по адресу проживания с целью задать ему несколько вопросов. Однако была задержана сотрудниками полиции. Впоследствии 24.12.2020 года первым управлением по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности Главного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве по признакам преступления, предусмотренного в части 2 статьи 139 Уголовного кодекса России, было возбуждено уголовное дело по факту якобы незаконного проникновения в жилище данного мусора с применением насилия. Кого вы сказали? Мусора. А что такое мусор? А мусор – это должностное лицо, представитель правоохранительных органов России, таких как ФСБ, МВД, Следственного комитета или, ну, любых иных органов, которые используют свое должностное положение для совершения должностных или иных преступлений, предусмотренных особенной частью Уголовного кодекса России. Угу. Вот так вот, да? Угу. Ну да. Я слушаю вас дальше. Так, на чем я остановился? На мусоре. Вот. Затем, значит, тут ей вменяется проникновение в квартиры 37 и 38, дома 38, корпуса 2, по улице Суздальской, Москвы. И она применила насилие, значит, якобы неустановленное лицо применило насилие к гражданину, гражданке Субботиной, которая является тещей нашего мусора, так сказать. И, собственно, Павел которая... Ильич, ну вот в эти выражения-то все-таки при себе оставьте. Вы... Да почему? Ну, потому что... А, я так понял, вы сочувствуете, так сказать, существу, которое убивает другого человека нервно-паралитическим веществом, да? Павел Владимирович, вы все-таки думаете, что говорите, и думаете, куда вы звоните. И, значит, ведите себя, пожалуйста, корректно. И употребляйте корректные слова и выражения. Так если что, вы же привлечете меня к ответственности в первую очередь. Что же вы... Павел Владимирович, я вам сделал замечание, скажем так. Вы услышите его, пожалуйста. Да, спасибо большое. Так, значит, на чем мы остановились? На жене... Ой, на теще этого как... Я из-за вас забыл фамилию его. Кудрявцева, вот. На теще Кудрявцева с Субботиной Г.В., которая испытала нравственные страдания и физическую боль. Непонятно от чего. Вот. И, собственно, в результате возбуждения данного уголовного дела с следователем Следственного комитета Гилевым и .В сегодня, 25.12.2020 года, были проведены следственные действия, такие как обыск в жилом помещении гражданки Соболь, в результате чего она была увезена для проведения следственных действий, таких как получение образцов буккального эпителия. В связи с чем я прошу провести проверку по следующим фактам. Почему не возбуждено уголовное дело по покушению на убийство? Почему возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 139 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении неустановленных лиц? Хотя эти неустановленные лица просто пришли и позвонили в звонок
двери, в дверной звонок, грубо говоря, человеку, и за это на них возбудили уголовное дело. И в отношении вообще невиновных лиц сейчас проводятся репрессивные следственные действия, направленные непосредственно на давление на вышеуказанных лиц с целью, не знаю, воспрепятствовать их политической позиции и гражданской позиции в том числе. Прошу взять образцы голоса и буквального эпителия с граждан Кудрявцева, а также особенно меня интересует буквальный эпителий Путина. Вот, Путина, который президентом у нас окликается, именуется пока что. А также прошу задержать вышеуказанных лиц, то есть Кудрявцева и Путина, провести с ними следственные действия, в том числе взятие буквального эпителия, обыск в их жилище и все, в принципе, то же самое, что вот в данный момент сотрудники Следственного комитета проводят в отношении гражданки Соболь и иных граждан, которые, как я понимаю, проходят пока что свидетелями по данному делу. Все. У вас все? Так, про что я там? Так, про мусора не забыл, про Путина не забыл, про тещу мусора не забыл. Да, все, да. В таком случае, до свидания. До свидания. Мое обращение принято, я надеюсь? Будем считать, что мое обращение принято. Ну что ж, друзья, с большим трудом удалось дозвониться до хоть какого-то следственного комитета в России, вот по телефонной линии. Дозвонился сначала до Красуправления, где вот этот следователь, судя по всему, работает, но как только начал называть номер его отдела, мне сразу сказали, что это первый отдел, так мне и нужен первый отдел. Но когда я это сказал, девушка бросила трубку и больше не поднимала в течение, наверное, минут 15. Я совершил, наверное, звонков тоже штук 15. Она трубку не поднимала и, ну, видимо, догадалась, по какому поводу я звоню. В общем-то, оставил сообщение о преступлении. Посмотрим. Ну, как посмотрим, конечно, мы все предполагаем, что ни хрена ничего сделано не будет. И никакой нормальной проверки проведено также не будет. Поэтому, собственно, что могу вам сказать? Распространите это видео, подпишитесь на канал, поставьте этому видео лайк, нажмите обязательно на колокольчик, ну и боритесь за свои права, будем давить эту систему дальше, пока, собственно, не продавим. А иных вариантов у нас нет, иначе они нас всех нахрен отравят новичком, ну, половину, не всех, может, половину, а вторую половину посадят за какое-нибудь незаконное проникновение в жилище или за чем-нибудь еще. В общем-то, они придумают. Вот, все, всем удачи, всем пока, боритесь за свои права.